проведенными сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Саратовской области оперативно-розыскными мероприятиями задокументировано, что жители Саратовской области в период с конца 2013 года по февраль 2019 года на территории Сирийской Арабской Республики в форме иного оказания помощи участвовало в деятельности одного из незаконных вооруженных формирований, не предусмотренного законодательством Сирии. В составе НВФ она выполняла бытовые работы для нужд членов джамаата, готовила пищу, стирала белье и военную форму, ухаживала за ранеными боевиками. НВФ дислоцировалась в районе сирийских городов Мандыш, Мейдин, Багус и осуществляла боевые действия против правительственных войск Сирии. В феврале 2019 года в ходе боестолкновений на территории Сирии жительница Саратовской области была задержана курдскими вооруженными формированиями и помещена в лагерь Аль-Хол, где до настоящего времени содержится с другими участниками НВФ.